Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 593. Нам нужно решить задачу. Положили сушить 150 килограмм вишни, то есть всего было 150 килограммов. После сушки их масса уменьшилась на 80%. То есть можно написать «стало». Давайте тогда не всего, первая строчка будет у нас, а было. Было 150 килограмм, стало неизвестно сколько килограмм, но уменьшилось на 80%, то есть на 80% стало меньше, чем было. Ну, вот этот вопрос нам нужно ответить, и задачу будем решать по действиям. И первым действием нам нужно узнать, сколько это будет 80% от 150. Давайте сначала 80% переведем в десятичную дробь. Для этого нужно 80 разделить на 100. Получим 0,8. То есть 80% это 0,8. Теперь ищем значение дроби 0,8 от числа 150. Чтобы найти значение дроби, нужно эту от числа, нужно эту дробь умножить на число, то есть нужно 0,8 умножить на 150. 8 на 15 будет 120, 8 на 150 1200, и один знак запятой отделяем, потому что в дроби 0,8 был один знак после запятой, то есть получаем 120 килограмм. Это 80% от 150 килограмм. Ну и вторым действием узнаем, сколько у нас стало килограмм вишни после сушки. Нужно из того количества, что было, вычесть 120 килограмм. То есть на 120 килограмм у нас вишни стало меньше после сушки. Получается 30. 30 килограмм стало. Ответили на вопрос задачи, запишем ответ, 30 килограмм вишни. Выполнили задание 593. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.